Говорим о поддержке новичков на старте. Я приглашаю к нам Александру Селицкую, директора по управлению Московского дома книги. Добрый день. Я приглашаю Викторию Колпакову из компании Philip Morris Sales and Marketing. Дарью Толстову из компании Мегафон. И Анну Стрельникову из компании Ипсон. Александра, где же у нас? Александра, идете к нам. Хорошо, как-то вы, здравствуйте, вы так выходите из-за угла, как заготовлено, отлично. Коллеги, добрый день. Говорим о поддержке на старте, у вас будет микрофон. У вас будет микрофон, будет второй микрофон. Сразу передадим для того, чтобы да, было комфортно. Коллеги, мы задаем вопросы. Да? То есть мы с вами уже работаем в команде в данном случае. И тогда наша первая тема – это про, что называется, реалистик job review или плюшки. То есть как мы с вами начинаем наше взаимодействие. Это будет конфетно-букетный период с новичком, да, когда мы показываем, что называется, самое лучшее, что есть у нас. Да? Либо мы показываем некую реальность, которая порой отличается. То есть что эффективнее для адаптации, показать зоны трудностей или выдать авансом счастья? Вот первое про счастье, второе про трудности. Как бы вы ответили, коллеги, на вопрос, вот буквально подняв руку? Кто про то, что на первом периоде может быть чуть-чуть приятнее и лучше, потому что это самый первый период? Кто про это? Хорошо. А кто про то, что должно быть так, как есть, потому что все равно потом станет все понятно? Хорошо, примерно 50 на 50, если так. Давайте смотреть и спрашивать. И вопрос Александре. Да?